А в 2002 году из Крыма, прямо из подножия Карадага, мы с сыном привезли несколько орехов маклюры, адамово яблоко. Вот. И один из орехов, тогда у нас была секретарем Катюха Обухова, она его жамкала, пока не получился какой-то горошек невнятный. Ну и мы его выбросили просто в горшок с цветами. Цветы погибли, а из горшка выросло деревце. Это дерево у нас год простояло на подоконнике, на кухне. И когда подросло до метровой высоты, мы его пересадили опять же здесь, в деревне. И вот уже выросла двухметровая колючка маклюра прямо с Карадага, из Крыма. Ну вот, пока оно растет, уже ствол такой оформился. Надеюсь, что морозы и засухи его не повредят. И добро пожаловать на наш видеоканал.